Насадка 874 и лист розы. Насадка 127, насадка лист розы и насадка дырочка. Делаем небольшую базу. Это нужно для того, чтобы нам было удобно цепляться кремом за гвоздик. И начинаем. Крутить серединку. Теперь берем такую же 127 насадку, но с другим оттенком. И делаем розочку. Такая пионовидная роза. Опять делаем небольшую базу. Начинаем накручивать серединку. Получаем вот такую вот клоновидную розочку. Насадкой дырочка делаем базу. Насадка с маленькой зеленой. Мы делаем такие характерные сердцевинки. Также беру просто корнетик с маленькой дырочкой и делаем вот такие вот
волосинки. Беру насадку 124К. И мы начинаем такими подрагивающими движениями. Делать 5 лепесточков. Вот так. Повторяем еще раз круг. И начинаем раскрывать наш пион. Насадка 104. Получился вот такой вот пион. Насадка 190. Теперь сделаем гортензию, небольшие такие цветочки. Для этого понадобится нам насадка с маленькой дырочкой. Это будет наша основа. Это будет не прям гортензия, а просто вот как бы такие маленькие цветочки. Припудриваем.
Вот такой в итоге тортик у нас получился. Я, как всегда, надеюсь, что данный урок вам понравился. Вы поставите ему свои лайки. Также, конечно же, я буду ждать ваших комментариев. Ну и, как всегда, если вы были с нами впервые, значит, обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. На сегодня все. Всем пока-пока!